Как мне жить, чтобы все на свете были счастливы? Как ты на небе живешь? Все ли у тебя есть? Может, что надо? Видимо, смысл жизни любого человека. Ну, может, не любого, но, по крайней мере, так вот я придумала так. Вырастить себе душу. Приезд Раневская. Только что она приехала. Там стоят, встречает оркестр. Впереди в красном пиджаке Лопахин. Вот мы все выходим. Ну, еще без костюмов, так. Это Шарлотта. И вот я. Ну, без костюма, говорю, просто там проходим. Музыку плохо слышно, наверное. Может, и без музыки. Вроде под музыки. А это вот у нас бедный Фирс. Тащится с сумками с чемоданами. Проходим, поднимаемся на сцену. Она говорит, пройдемте здесь. Я открываю тут комнату, дверь. Она говорит, вы помните, какая это комната, мама? Я оборачиваюсь такая. И говорю, детская. Нет, все, кто сейчас пришел, все пойдут в первую. Это Серов, это где? Север, это Урал. Свердловская область, слышали? Да. Костю Дзю знаете? Боксер такой, вот из нашего города, из Серова. Мы только смотрим, кто из вас будет готов учиться на том курсе, который придумали и делали мы. Потому что мы уже успели посмотреть основную часть курса, это в основном люди от 18 до 40 лет. Кто самый смелый? Прошу. Я работаю педагог, филолог, финист. Финист, простите. Это финский язык. Мне 62 года. Я живу в городе Москва. Скажите, честно, вы врете? Какие 62? Конечно, конечно. Мне 18. Должно мне как лист пятипалый, просто в руки легло, только это ума. Алевтина Немерова, город Серов, север Свердловской области. В первом образовании инженер-экономист железнодорожного транспорта. 35 лет проработала на железной дороге, главным бухгалтером, финансовым ревизором. Последние 10 лет работала в отделе информационных технологий, осваивала компьютер, освоила. Потом учила других бухгалтеров, вести бухгалтерский учет с помощью компьютерных программ. «Уходи!» – сказали дети. «Ты мешаешь нам!» Тихой ночью ангел Божий девочку унес. И на мертвых губках словно трепетал вопрос. «Мамочка, а в раю со мной будут ангелы играть? Или за то, что я коллега, захотят меня прогнать? Здесь мне дети говорили, уходи, не смей мешать. Мамочка, в раю со мной будут ангелы играть?» Можно будет позвонить, можно будет прийти сюда, можно будет посмотреть в интернете, ВКонтакте мы выложим. И эти результаты будут означать, что кто-то из вас прошел на второй тур, кто-то нет. Но в любом случае мы были невероятно рады вас всех видеть. Надеюсь, что увидимся еще. Спасибо вам. Да, случайно увидела объявление. Случайно приехала. Нет, не случайно. Для чего-то это надо.
ладно. Раз это надо, будем это переживать, смотреть, что дальше будет из этого, что из этого выйдет. Я школу закончила, поступать не знала, куда учиться. Мама говорит, иди работать, что дома-то сидеть? Куда работать? Но она работала в вагонном депо, меня устроила в вагонном депо. Подсобный рабочий в сборочном цехе мазут убирать. На него пилки сначала сыпят, перемешивают пилки, потом веником в ковшик сгребают, там мешок убирают. Потом опять мазутная лужа, опять опилок насыпят, и мешают, убирают. И так, пока это пятно не пройдет. Я лично жизнью довольна. Говорят, ой, жизнь плохая, тяжелая. Нормально, хорошая жизнь. Могу себе позволить какие-нибудь бусики купить там или платьице почти каждый месяц. Пару раз ездил так далеко и долго, ну то, что вот Париж, ну да, тогда мы все деньги собрали, мне сын денег дал. Дочь, я даже бабушке с книжки взяла, там, типа на смерть, которые были оставлены. Думаю, она еще пока не собирается помирать, а мы потом ей снова еще накопим. День в Варшаве, да, день в Берлине, 3 дня в Париже, день в Амстердаме и день в Дрездене. Везде понравилось мне. Амстердам и Дрезден особенно красивые. Париж, конечно, тоже, ну, так романтика, там 3 дня нас везде возили, где только можно. Все ноги истоптала, ноги прям приехала, ноги болят. Все деньги, которые брала, все истратила только на экскурсии. Ничего не купила, сувениров там только, ну, пару магнитиков, может. Не хватило мне денег. У меня 6 лет назад муж погиб на рыбалке. Вечером с ним по телефону разговаривали. Уехал на рыбалку, не отвечает, отвечает телефон. Ну, там далеко, у нас связи нет. Вечером звоню, не отвечает, ночью звоню, утром нам звоню, не отвечает. Сыну звоню, говорю, сходи домой, что-то папа с рыбалки приехал, он телефон не отвечает. Он говорит, может, разрядился. Я говорю, так он домашнюю трубку не берет. Может, спит? Я говорю, ну, может, спит, ну, сходи, узнай. Он пришел, говорит, из морга приехали на опознание, нас приглашают. Да, вот Вера мне, да, помогла вот это, только привела, жить не хотела. Нет, ну, я с собой бы ничего не сделала, потому что я знаю, что это огромный грех. Обратно некуда просто уже вернуться. Та жизнь все закрылась. Нету этого окошка-то, этой форточки. Пришлось как-то обустраиваться по-новому. Думала, буду дома лежать, помирать. Прямо реально лежала на диване, смотрела телевизор, тупо и ждала, когда помру. Ну что-то как-то не помиралось. Вот казалось бы, что мне Франция? В далеком уральском городе. Ну, знаю про Наполеона, который маршал и торт. Это же давно когда-то русские аристократы знали язык и ездили во Францию каждый год. А предки мои из обычных крестьян, до того ли им было? Конечно, поездки такие позволить себе не могли. Я в школе учила английский, ну, сейчас его забыла. А по-французски знаю лишь фразу про жизнь. «C'est la vie». Так у русской пенсионерки разве найдутся средства, чтобы в Париж уехать, увидеть и умереть? Все же ты мой. Мой. Обольсти. Мой враг. Мой убийца. Мое горе. Мое разочарование. Мое отчаяние. Узнаешь свой дом? Я говорю, да, конечно, конечно. А потом тут скажу, детская. Милая моя прекрасная комната. Я спала здесь, когда была маленькая. И теперь я маленькая. И все хо-хо-хо, как будто бы. Ой, я Варя, все такая же, на монашку похожа. А тут вот стоят как бы встречающий оркестр. И от радости начинаю всех обнимать, целовать. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. И все? Да. Все. Вы приходите. Да, увидимся. Увидимся 2 марта. Приходите учиться. Заключать договор, где будет проставлено, что вы учите бесплатно, потому что вы победитель конкурса. Мы, наверное, сделаем с вами какое-то отдельное интервью. Вы расскажете, как это все было, если дали мне клярки. Там каких-то других историй, только для нас, для других вещей. Видимо, мешок куда я бросила, не помню ничего. Спасибо большое. Увидимся еще. Пока. Вообще не расстроена.
Ну, так, я так и думала, что это самое. Мы посчитали, что нужно учиться вот там такой дамочке. Но она действительно, она работает, и ей необходимо это образование. Она такая очень тоже, это, как сказать-то, ну, талантливая, такая артистичная. Я тебе говорила даже про нее, что вот она, по-моему, сыр читала вот еще. И такая вся из себя, вот видно, что прям культурная, интеллигентная. Ну, не то, что баба Маня, конечно. Человеку очень часто надо быть сильным и добрым. Позволить себе быть добрым может не каждый. Не каждый способен перешагнуть барьер всеобщего непонимания. Думаю, так может я вообще что-то не то делаю. Может зря я тут переехала, суетюсь, на этих на конкурсах участвовать, бросить все, надо ехать домой. У нас тоже дома есть дом малютки, ну в смысле в Серове. Устроиться нянечкой, реально помогать, ухаживать за детьми. А это что это понеслась за каким-то за миражом?